Мостовский район, деревня Щара. Они погибли, защищая родину. В годы Великой Отечественной войны в Мостовском районе 958 человек умерли на фронтах, 114 в партизанской борьбе. Убит 2681 мирный житель. Под 15 бетонными блоками мемориального комплекса хранится земля, взятая с воинских захоронений Мостовского района. Память о них живет и поныне. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина». Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого. Я или Родина. Однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы. Как шумят тополя. Мы и землю забыли. Какой она стала, земля? Как там птицы? Поют на земле? Без нас. Как черешни? Цветут на земле? Без нас. Как светлеет река? И летят облака над нами? Без нас. Помните, через века, через года, помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Помните. Какой ценой завоеваны счастье? Пожалуйста, помните. Помните. Песню свою отправляю в полет, помните. Помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Помните. Детям своим расскажите о них. Чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили.